Самый огромный привет всем моим зрителям канала Аврора. Сухарница. Прям укутно. Ну, кто нашел, будет использовать. По 69 вот такие корзинки. 129 чуть побольше. Так, электрочайник мы с вами в прошлый раз смотрели. Вивьен. Вайрон. Вирайн. Так, а этот что, Вивьен, чешу? Боже, какой он легкий, ребята, капец. Он такой легкий, шину. Легусенький-легусенький. Так, wash and free по 179. Wash and free сейчас, 5 килограмм. А это кажется, этот. Сколько он? 189. Это знаете что? После этого 4 литра. Ну, как Ленор. Кондиционер, ополаскиватель. Поняли, да? Да, кондиционер, ополаскиватель, порошок стиральный. Дорогобыч. Порошок для прання. 229. Ой, ребята, извиняюсь. Этот кондиционер, ополаскиватель 139. Мне с этой стороны, я увидел, что... Думал, что восьмерка, это тройка. 139. 229 вот этот. Не знаю, что за порошок. Ну, лоск наш 149, 219 Персил, 2,7, маленький 129, колор, кило 350 и 2,400, савокс 179. Так, добре, на том подоконнике, ой, гляньте, какие классные, класс, 55-59, так, вот такие огромные контейнера. Контейнер для сберегания 21 литр 299 гривен. Кастрюлька 349 на 1,3 литра с крышкой. Я не знаю, сварить. Молоко не будет подгорать на литр 300. Кстати, молоко можно, да, даже еще запас будет, если оно будет подбегать. Можно будет успеть остановить. Так, кастрюля с крышкой 229. Маден чайна 499. Вот это вот я в прошлый раз показывал, хорошая эта штука. Я себе взял в этом. Всегда говорю. Уже надоел, да? В эпицентре взял. Со скидкой тогда была черная пятница. 449. Хорошая штучка. 449. Металлева с крышкой. Ой, такая легкая. Вот такие кастрюли разные. Так, эти сколько? Цены не вижу. А вот там еще черная есть. Это же они, ребята. А я бы хотел идти фоткать. На сканере цену 229, вот. А я думал, она чуть побольше, видите? А у меня большая, огромная такая жаровня. Ну, кто смотрит мои видео, тот знает. Вот такие вылыбки залпатки можно купить за 2 гривны. Ого. Да, зараз акция в Авроре. Серветки лише 2 гривны. Так, кстати, вот Фрискас тут дешевле, 10 гривен, Феликс 12, Леопольд 9 по 8, Клуб 4 лапы по 12, Гурме по 14 и Педигри для собачек по 15. А так, это откуда? Где она стоит? Не вижу. Одна осталась или что? Так, ладно. Сухой 32, мяу 32, в баночках 39. Так, добре. А я возьму для... Что я возьму? Вот этот взять, да? Для кошек. Встречу котика и покормлю. А какой тут? 100 грамм? И тут 85 грамм. Только не знаю, какой взять. Чтобы он ел, вот этот возьму.
Думаю, будут есть, правда? Встречу кота и покормлю. Сейчас еще мешок возьму, какой-то мешочек, чтобы корма насыпать. Футляры для очков по 49. Так, в сумке запечатаны, да? Есть тут распечатанные некоторые бананки. Тоже нужно фоткать. Это такие сейчас носят через плечо парни. $199. Так, бананки. Вот эти классные. Парарезиновые. Вот эти хорошие. Хорошее качество вот этих. Так, тут кошельки. Кстати, вот такие видел в этом OnePrice. Сколько тут стоят они? $99. Тут дешевле. В Абдуре дешевле. Так, еще авокадо. Кстати, вот такие вот рекламируют в интернете очень часто на сайтах. Тут много отделений на карточки. Это мужские. Как портмоне можно в руке носить. Тут отделение на купюры и на монеты. И в середине есть еще этот ручка на запястье. Это хороший тоже такой клатч, можно сказать. Вот так он смотрится. Много таких молодежных на замочке с разными принтами. Сейчас скажу цену. По 99. Так, это сюда большой тоже. Вот упал. Опять упал. Продаст. И есть вот такие тоже мужские. Под кожу. Ой, вот эти классные. На монеты. А это, наверное, для визи... ну, для карточек. Это ключница. Так, это ключница. А вот это для карточек. Для карточек и отделение для купюр. Минимализм. Для девчат. Гляньте, интересный. Вот такой у Аллы Борисовны. Только еще сверху шнурок. Он, наверное, в середине, да? Да. Да, вот для шнурка на шею вешать. Отделение для карт, для телефона и ремешок. Вот он есть. Такой нежно-пудровый. $199. В одном цвете. Нет, еще есть такой винный, красный. Так, опять что падает. Лягушка упала. Сумка-бананка, 64 гривны. Осень, можно обновить что-то, да? Что-то можно обновить. Ой, классный этот, гляньте. Сколько он? 199. А я такую видел в другом магазине, точно такую, только белую. Точно такую, только белую. Ну и там ремешок. На телефон, на ключи. Так, мужская 219. Ой, тоже такая хорошая. Прям хорошая, хорошая, приятная такая. Ткань.
много карманов с ручкой. Хорошая. Так, добре. Так, хочу сказать, что это Аврора в Драгобыче. Большая. Аврора очень большая. Сколько они стоят? Так. Все на кучу, все эти. Сейчас я вам скажу, сколько ключница стоит, где пикалка. Ой, вот так вот. 49. И тут их целая куча разных, гляньте. Это тоже новое, в прошлый раз не было этих ключниц. Так, такие, такие, такие. И вот такие еще есть. Family. Добре. Это магниты? Да, это магниты. Так, вижу свечи новые. Прям черные. 50-59. Тут все на день рождения. Вижу, часто обновляется, потому что покупают, смотрю. Много обновляется. Обновляется часто. Так, в этой Авроре тоже растения и магниты. Тоже есть, но не в таком выборе. Кстати, тут можно купить фонарики разные. И лампы по гарантии с чеком. Кто боится темноты, чтобы не пришла габа-бунка, можно взять вот такие вот ночники. Или знаете, как этот в аэропорту самолеты садятся, у кого длинный коридор, вот можно возле стенки понаставлять, если розетки имеются. Вход в туалет, чтобы маякал ночью. Знаете, встаете с просони, не ориентируетесь, куда идти. Можно использовать вот такие ночники. Вот этот новый ночник детский. Працюю від мережі. В розетку все работают, да. Ох. А кстати, я где-то видел, что есть такие вот ночники, которые... гляньте, что они такое позакрывали. Которые работают на батарейках и сзади липучка. То есть вы вставляете батареечку и на липучке вставляете туда, где вам нужно. Включаете, включаете, выключаете, как вам нужно. А тут вы уже зависите от розетки. Ну, это в детскую комнату можно, в коридор можно. Да. О, вот этот вот на батарейке. Видите, как я и сказал. Ставите батарейку и можете даже вот положить его на эту, на пол положить и нажимаете сверху, он так включается и выключается. Тоже классная штука. 59 гривен стоит. Можно себе такую взять. Хотя я до туалета дохожу нормально. Вот звонки даже есть на этом. Если у вас нету возможности протянуть, сверлить где-то всякие вот эти вот, как их на провода называют, да? Вот ставите себе вот такой звонок дверной, который работает от батарейки. Это в дом, а это в коридор. И не нужно проводить вам никаких проводов. Работает от батарейки, сейчас по акции 74 гривны, так стоит 120. Тоже хорошая штука. Очень интересная книга, ребята. Я прям в восхищении с первой страницы начал читать и думаю, не оторваться. Интересно, чем закончится. Первые две страницы прочитал. Походу, роман какой-то. Ну, понятно, чем это закончится, как всегда. Обалденная книжка. Ну, понятное дело, я вам скажу, что начинается осень, начинается холода, ближе к зиме. И в Аврору тоже привезли пряжу. Она стоит 44 гривны сейчас. Здесь 100 грамм, 180 метров. И, походу, наверное, тоже акрил, если я не ошибаюсь. А я не знаю, что такое Love Sun. 100% Love Sun. Добре, хозяюшки знают. А вообще, цветовая гамма тут... Бери не хочу, как-то кажут. И вяжите. Кстати, вяжут, очень много вяжут, потому что я в АТВ был последний раз, разбирали акрил,
пряжу порозбирали. Гляньте, какие эти штучные волосы. Ой, по 29 и по 39. Сейчас я повешу обратно. Это ж так можно с мамой пошутить, да? Сказать, мам, я покрасила волосы. Потому что мама в обморок упала. Сказала, Галя, что ж ты нарубила, дитина? Тут я еще что увидел. А, вот эти вот я увидел, гляньте, какие. Короче, вот такие вот сережки тут в Авроре стоят кульчики. Патриотичные. 34 гривны. А на вот этих вот рынках, где торгуют всякие вот эти, знаете, Мадин, ну, как будто все ручное, все ручное, они продают по 150 гривен. Пожалуйста, тут можно взять за 34 гривны. Потому что сейчас в тренде все украинские. Мы из Украины. А это что? А это брошка. Гляньте, какая красивая. Мы из Украины. Брошка. Слава Украине, брошки. Так, добрые. А это что? А это зеркало. Гляньте, какое мимишное зеркало. Обалденно. Оно открывается и ставится на столе. На столе стоит. Было 19, сейчас по 24. С медвежонком. Ну, такие обыкновенные. А это, гляньте, еще какая-то зая. Было 39. Настольная детская. Было 39, сейчас 29. С подставкой. Молодцы китайцы. Так, еще я вам хотел сказать, показать вот такой вот массажер для головы. Тоже очень хорошая штука. Ребят, очень хорошая штука. Даже показано, какие части массажировать. Ну, китайцы вообще молодцы. Был 44, сейчас 34. Акция по 2 октября в Авроре. Классные штуки такие. Так, потом я еще вот такой массажер увидел. Он был 55, сейчас 44. Кстати, тоже очень удобно. И массировать вот эти вот части ног. Я вот задумался, может, я себе возьму, потому что у меня очень болят ноги. После долгих прогулок очень сильно болят ноги. Кстати, у меня там ванночка есть, но я жду. Я заказал в Эйвоне вот эти средства для ванны, для ножных ванн. Уже пришло, нужно поехать забрать. Я думаю, может, себе вот такую штуку взять, гляньте. Берешь и вот тут вот массируешь, вот здесь. Лежишь, кино смотришь и массируешь. Очень болит. Ноги болят, пятки болят, ступни болят. Я понимаю тех людей, у кого плоскостопие, потому что у меня плоскостопие, я понимаю этих. Так, 44, нужно подумать. До 2 числа. Это небольшие деньги. Сейчас я подумаю, может, возьму. Так, еще какие-то массажеры тоже такие с ручкой. Тоже массировать. Но эти будут лучше. Так, что вам еще показать? Тут очень много всего по акции. Ну, короче, до 2 числа, до 2 октября очень много всего со скидками. Зеркальца очень классные такие, знаете, в красивых этих обложках. Стильнячи. И круглые есть. И вот такие чуть подешевле есть. По 14 гривен. Пленку снимаете, видите? Сразу закрыто. Пленку снимаете, и будет вам зеркало. Ой, гляньте, какое цветное красивое. Be happy. Все с этим, все с пленкой защитной. Вон. Пленочку снимаете, и будет вам новое зеркало, чтобы не поцарапать. Жар птица. И круглые есть. Макароны. Так, тоже очень много скидок на вот эти всякие маникюрные принадлежности. Пинцеты, кусачки, триммеры, ножнички, пилочки. Кстати, мне тоже нужно обновить свои маникюрные, как маникюр, ножнички свои. А это что? Ножницы маникюрные. Мне нужно такие профессиональные. Такие, я все понимаю, что это такое, знаете, но хорошие. Зингер типа. О, есть Зингер. 34 гривны набор. Я даже не знаю, какой у меня, но мне нужно такие, вот типа таких. Тоже сейчас со скидкой. Нужно посмотреть, какие у меня есть такие выбрать. Точно такие же. Затупились уже. Добрым. Ой, пинцет для бровей. Короче, тоже можно сойти и посмотреть все со скидкой. Гляньте. Набир для девчаток. Пензлики. А это что? Щипцы для вий. Боже, девчата, что у вас тики тут немає? Чего вам только тут не попридумывали? Вот этот, кстати, массажер хороший. Очень хороший. После нанесения сыроводки или крема можно использовать вот этот массажер.
Очень хорошая цена в этом. В Юске он дороже. И тут двойной. А в Юске одинарный. А здесь с одной стороны большой, с другой стороны маленький. И массаж. Делайте массаж лица по линиям. Вот здесь даже есть указано, видите? Линии, по которым нужно делать массаж. Так что эффекта будет больше. Разглаживайте свои мимические морщины. А это что? С уколом? Маска для лица со шприцом. Со шприцом даже. Авокадо. Вот так. Не хухры-мухры. Маски тоже разные. От 20 гривен. Ампулы даже есть. Омолаживающие. Омолаживайтесь. Так, станки. Одноразовые. Упаковка по 32 гривны сейчас в акции. Алоэ. И кокос комфорт. 77 гривен. 4 штуки. Так, и есть для Formen тоже. Так, вешайтесь. Formen тоже есть наборы. И сейчас тоже со скидками. До 2 октября включительно. По 2. Так, зубную щетку я себе уже взял. Доволен зубной щеткой. Даже для маленьких малят я. Так, зубные... Зубная паста 34, была 44. Базилик, имбирь, эвкалипт. Хорошая скидка. И сразу зубная щетка. 27. Ромашка, кора дуба. И 34 со скидкой. Вигор доктор. А это что у нас? Маска для кожи лица и шеи. Щетка для лица 29. Редбита 44, палет 55, мальва 29 в акции сейчас. Шаума 49. Сухой шампунь Шаума 88. Так, детская серия шампуни 44, 55 и 39 в акции. Так, в Авроре зеленая аптека со скидкой. Пенка для умывания. Для интимной гигиены 49 и 44. И мыло для интимной гигиены 44 и 49. Ой, нашел классное такое. В принципе, упаковка мне нравится. 34 гривны, пол-литра. И какие-то по 99 еще есть. Кстати, оставляйте комментарии. У кого есть? Нормально они для зимы? Сушилка для обуви. Так, я не знаю, что за салфетки. Антибактериальные. Тут 120 штук. Сейчас по 49 гривен. Так, вот этой хлебницы я еще не видел. 88 гривен. Так, вот тут поставлю, чтобы было видно. Хлебница такая с крышкой, но булочки поместятся, ребят. Больше ничего. Или половинка хлеба. 88. Так, еще вот такая есть тоже. Это тоже новинки, походу. Так, чашки по 49 сейчас поставили в акции, даже дешевле, чем в АТБ, ребят. В АТБ я пробивал, чашка 65 гривен чашка стоит. Странно, почему так в АТБ сильно подняли цену. Не знаю, а меня кто-то просил посмотреть графины. Графин, вот такой графин, 69 гривен.
Это для пива, а это можно для сока. Друзья, всем экономных покупок, мирного неба. Всем пока.